Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, что у нас там на Вуконге? Это все завершено, 3-й, 4-й, 5-й. Так, понятно. Значит, все. Все заново, обнулился у нас ивент. Так, ну, с одной стороны, это может быть даже и хорошо. Выиграй битву арены. Ага, Сунь Укуном в отряде. Кто-то, ребята, говорил, что это не Вуконг, а Сунь Укун. Ребята, это, в принципе, одно и то же. Бог обезьян. Что Сунь Укун, что Вуконг. Просто везде по-разному называют. Так, повышение уровня 10 раз. Так, ну что, поехали тогда. Ну, во-первых, у нас тренировка здесь завершена. Я делаю запрос. Отлично. Здесь тоже забираем. Здесь. Тут. И вот тут. Прекрасно. Так, в магазине что у нас? Давай посмотрим. В магазине бесплатно. Что у нас бесплатно? Ну, фехтовальщик. Ну, а почему бы нет? Взяли мы с тобой и фехтовальщика. Так, с ареной 21 страж. Плюс ко всему нам выпадает жнец, ядерный робот, трансформатор и ползун. В принципе, неплохо, ребят. Так, ну что, я хочу еще пойти в бой. Так, противник найден, а я возьму, пожалуй, как командочку. Александр, да? Сашка, значит. Ну, здесь можно и так сделать. Тут еще и Сунь Укун будет у нас, поэтому я, наверное, сейчас его и отправлю. Кстати, он стоит не очень дорого, 200 энергии. И я думаю, что его здесь будет одного достаточно. Ну-ка, давай вперед, парень, выходи. Посмотрим, как ты разберешься с этим големом. Разберется, разберется, но напряжно. Так, а вот там у нас идет. А вот это было круто, ребята. Оу, тихо. А он, интересно, воздушный тоже бьет? Да вообще топовый перс. Почему говорят, что он не очень? Я не знаю, ребят. По-моему, нормальный чувачок. Вот сейчас будет взрыв. А что это он пошел у меня обратно? Обратно. Так, давай-ка я так, наверное, корни выпущу здесь. Да, отлично. Ой, у нас там... А, времени-то нету, что я переживаю. Ну вот они, Сунь Укуны, выиграли у нас здесь вдвоем, сказать, арену. Круто, конечно же, круто, ребят. Так, ну а мы с тобой переходим. Так, участник завершено. Что значит участник? Так, бак убийца зверей. А, бак убийца завершено зверей. Выиграйте битву в нефритке. Так, победите двух героев в отряде Сунь Укун. Победите героев в отряде Сунь Укун. То есть он должен быть в отряде, да? И этот отряд должен победить двух героев. И мы тебе еще и прокачаем чуть-чуть. Вот так вот. Нам не хватает, ребята, буквально еще чуть-чуть, и он получит вторую звезду. Естественно, мы его отправим в конце. Даже не в конце, а мы сейчас его отправим на тренировку, этот отряд. Тренировка будет вот в этом отряде. Блин. Ну давай вот так вот. Все, пускай он тренируется здесь. Один день, один час. Ну а мы с тобой идем в поединок. Территория роботов, как ты видишь, собственно, персоны. Тут энергии у нас не осталось. Берем с тобой вот этот отряд. В принципе, Джаггернаут. Что там у нас еще? И... Репульсор, они нам здесь вообще ничего не сделают. Они, конечно, попытаются, но у них никаких шансов здесь на победу не будет. Так, давай, голем, выходи. Голем пошел. Также мы с тобой вызываем ниндзю здесь, как вспомогательную помощь мне. Так, и жаба с молотом. Жаба с молотом сейчас, естественно, ребят, тут будет расколбас. Туда идти ее налево. Хорошо, забомбашил. Еще вызовем с тобой одну ниндзю. Так, отдай сюда карточку на халяву. Так, молнию, может быть, вам надо пробомбить. А то раздухарились тут, смотрю, не на шутку. Две ниндзи плюс такой отряд из танков. Это, все, ребят, конечно же, это сразу погибель. Не надо мне ваших вот этих вот донатов, пожалуйста. Не суйте вы мне их больше, а? Как же меня раздражает. Так, а вот это уже интересно, друзья. Тут толкатель. Тут толкатель собственной персоны. Поэтому у нас, кстати, тоже есть, но он слабее. У него-то там топовый. У нас не совсем топовый. Но нам нужно прикрывать
наши границы. Нам нужно прикрывать. И, соответственно, ниндзю сразу же вызываем. Ниндзя стоит на более таком безопасном расстоянии. То есть, даже если толкатель, вот он вышел, начнет отталкивать наших бойцов, все равно он не достанет до ниндзя, по крайней мере. Видишь, что он творит? Да-да-да-да, именно так и должно быть. Он распластался. Кто там? Там и репульсор. В общем, у них вся команда здесь на толкунчиках сделана. Я думаю, что ты это заметил, да? Толкатель минус. Ну, а дальше все, ребят, как по маслу пойдет. Даже если он сейчас вызовет. Ну, Джаггернаут. Джаггер, конечно, да, он очень сильный боец. Он, тем более, еще сдерживающий. У него две формы, да? Одна боевая, другая пассивная, когда он типа в отключке находится. Плюс у него может сработать, когда он в отключке, накопление ХП. То есть это такая живая стена. И очень сильно он задерживает, да, конечно, в продвижении моих войск. Но все равно, если армия довольно сильна и крепка, то как бы особых, этих, как тебе сказать, особой преграды мы в нем не увидим. Так, вот здесь вот тоже, ребят, противный робот появляется, робот с ракетой. То есть у меня нету таких юнитов, которые могли бы его прижучить. То есть не перепрыгнуть, да. У нас чисто вот стена идет боевая. И все. Могу только молнию использовать. Ну, чтобы хоть как-то нам облегчить нашу участь. Но, с другой стороны, ребята, если он бомбанет, например, вот сюда вот, да, то погибнет и ниндзя, и все близстоящие. И хорошо, что он одноразовый. Это очень, конечно, круто. То есть он выпускает ракету, и все, ребята, он тоже погибает. В этом, как бы, есть хоть какой-то небольшой плюс для нас, естественно. Ну, здесь уже все. Если мы подошли рядышком, тут уже хоть кто пускай выходит, мы все равно уже разбомбим. Я еще хочу сейчас вызвать богиню солнца. Надеюсь, да, робот не выжил. Мы его забомбили, и вот богиня солнца идет. И, соответственно, сейчас она тут устроит. Хотя мы даже быстрее замок уничтожим. Она даже не успела воспользоваться своими навыками. Ну, прекрасно, что я могу сказать еще. Мы переходим с тобой на предпоследний этап. Здесь тени-толкайка появился. Тени-толкай будет, знаешь, на кого больше делать акцент? На ниндзю. Потому что он предназначен именно против дальнобойных юнитов. Такие как баллиста, ниндзя. Единственное, что вот он не может ничего сделать с грифоном. То есть с летающими юнитами, да? Чумная мышь, грифа. Вот тут он бессилен. А вот против ниндзя и тому подобное, да, он очень сильно отвлекает, прям нервирует. Так, тихо. Толкатель, ты че это? Толкатели нам тут не нужны. Давай-ка мы попробуем, знаешь что, сейчас призвать прям вот ниндзю. Прям сходу. И плюс еще сделать молнию. А, кстати, богиня солнца, когда выходит, ты слышал, что она там говорит? Она что-то там бормочет. Я, правда, не разобрал, что она там бормочет, но... вот он, тени-толкайка появился. Сейчас начнет. Либо богиню солнца сейчас будет... Нет, все-таки на ниндзю переключился. Но тут шансов мало, конечно, на выживание. Мы сейчас просто их будем всех прожаривать здесь. До хрустящей корочки, плюс еще и ускоряшка нам дана была. Как бы вообще без проблем. Сам видишь все, да? Так, заморозочка. Просто одним лучом. Она когда луч вот этот вот свой огненный, солнечный, да, выпускает, он очень долго жарит. И жарит он прилично. Урона наносит колоссального. Так, ну что, здесь ядерный робот. Давай попробуем с тобой этим отрядом доиграть, так скажем. Я ядерного робота 1000 лет не видел, вот серьезно тебе говорю. Как он идет, он там бум-бум-бум, что-то бормочет, потом встает возле твоей базы, активирует таймер, и там тебе дается сколько-то времени, чтобы его уничтожить. Не уничтожаешь, он бабахает так, что твоя база просто сразу же взлетает на воздух. То есть без шансов на выживание. Это серьезно тебе говорю. Если он подойдет к базе и там активируется, все. Там тебе дается сколько-то там секунд его уничтожить. Если ты не уничтожаешь, то финита ля комедия. Вот и все. Давай-ка я вызову, наверное, здесь тоже богиню солнца еще одну. Еще одну. Первую и единственную еще одну. Так, тени-толкайка бежит. Тени-толкайка бежит. Сейчас будет ниндзю мою мурыжить.
О, карточка на Джаггера. Очень, ребята, редко выпадают карточки на Джаггернауты. Это прям какая-то, не знаю, напасть. Не выпадают они. А Джаггернаута мне нужно прокачать. И очень много нужно еще карточек. Вот я обожаю, когда этот луч наносит массовую атаку. То есть вот кто стоит в зоне попадания луча от богини солнца, те получают урон. Причем не кислый. Это зависит и даже база, ребята, тоже получает колоссальный урон. Так что богиня солнца — это такой универсал. Но ее нужно защищать, потому что в ближнем, как говорится, бою она бесполезна. Ее быстро уничтожат. Ну что, сундук робота мы с тобой забираем. Квест завершен, охотник за сокровищами. И переходим с тобой на нефритовую долину, да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же я терпеть не могу, ребята, когда вижу во вражеской команде кого? Ясен перец кого. Да, того самого Рунина. Это просто какой-то трэш. Особенно вот-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 вот я про это. Сейчас смотри. Ать! И все, ребят. Ну, оглушит его, пожалуйста. Мы урон с тобой получили. Но благо у нас есть с тобой... Благо у нас с тобой есть друидка. Но друидку тоже надо как-то, извини меня. Так, давай вот так сделаем. Друидку нужно тоже как-то успеть вывести. Так, может, хорош уже тут, а? Начали тут выпендриваться мне. Да. Что-то я не получил, сделал. Я не то сделал, ребят. Мне надо было друидку вызвать, а я... Эй! Мы сейчас еще и сфейлимся здесь, да? Так, паладинчик мой пошел. Друидушка, выходи. Нет, ты уж поставила бы лучше, блин... На отхил поставила камень? Поставила, все, ребят. Теперь нам надо, чтобы... Да-да-да, хая, вот тебе и хая. Эй, друидка, куда пошла-то, блин, а базу лечить? Зашибись. Не буду я тебе никого звать, пускай к тебе идут. А, она сейчас сама тут справится. Она сама справится со всеми. Я думал, что она захиляет мне базу. А она не захиляла, к сожалению. Вот-вот-вот-вот, отходи. Ставь камень. Есть. Камень стоит, ребята, камень стоит, все. Ну, 14 секунд я, наверное, не успею. И базу захиляли, ребята. Захиляли же, да? Да. И успели еще уничтожить. Смачно, вообще смачно, ребят. Получилось. Фух, да, друидышка рулит в этом плане. Ну что, мы с тобой дальше продолжаем. Опять же здесь никто не отменял старого Ронина. По-прежнему будет выносить нам мозг. Это неизбежно. Ну и чё? Ой-ой-ой, что-то не то. Что-то он не то стал делать. Такс. Давай, наверное, вот так вот сделаем. О, нефритушка. Точнее, тараку. Таракутового воина, нефритушка тоже назвал его. Хорош, цапля. Ага, в ответку получил. Выбежал Ронин. Правильно молотильщик делает, что выпускает свою циркуляру. По красоте так и должно быть. Так, этого мы с тобой застанили. Станет у нас щитобот. Если ты еще не в курсе. То есть он может бить щитом. Ну и оглушать противника. Прекрасно, двигаемся дальше. Третий этапчик у нас тут. Ой, Ронин. А тут у нас Ронин, еще и тигр. Еще и тигр. Так, ладно. По стандарту пойдем. Вот тебе и стандарт, друзья мои.
Вот тебе, блин, и стандарт весь. Да оглуши ты его, ну. Понятно. Ну, понял, да? Заморозь ты его, чертовой бабушки. Да ты посмотри, а? Конечно же, мне нужен этот. Друидка мне нужна, ребят. Понимаешь, зачем, да? Что это? Что это за дело такое? Хорош, может быть, уже тут выпендривается мне. Я накоплю сегодня на нее или нет, а? Ну, приходится ждать. Вот, давай, друидушка. Мне хиляй базу лучше. Вот, пошел тотем на отхил. Пошел тотем на отхил. Так, друидушка. Ну? Ты базу-то не захиль... Не дохиль... Ай. Ну тут все понятно, ребят. Тут... Тут уже... Она вся тотемами заросла. Давай, отступай, отступай, отступай. А 34 секунды, ребят, ну что мы здесь сделаем? А ничего мы здесь не сделаем. Да что ты там отхил-то врубаешь на себя? А замок-то будет? Все, ребят, фейл. Тут можно вот просто так вот ускорение ставить. Она одна тут справляется совсем, блин. Тупизм полный. Просто полный тупизм. Прикинь, всадник на журавле просто выстоял. Мне вообще даже шанс не дали на отхил. С своими тотемами тут все заплодило, блин. А во всем виноват кто? Конечно, Ронин. Кто еще виноват? Он же нанес урон. Плешивый этот. Как он меня бесит, а? Бежит. Больше всех надо, блин. Вот и все, наконец-то. Съел, как говорится, да? Сам понимаешь, сейчас мы его тут распишем быстренько. Отлично. Не хайкай мне тут. Хайкает он. Давай, всадник на журавле. Ты мастерски здесь бомбишь ронинов этих. Вот и все. Давай, давай, давай. Пропил, пропил. Отлично. Да, ага, хай. Вот тебе и хай. А не слишком ты... Фига, он бомбанул первого, потом еще побежал на второго. Здоровский. Ронин делает, я тебе скажу. Очень здоровский. Хайкнешь в другом месте. Это месть называется, ребят. Это называется месть. Дай сюда пагоду. Ну все, месть свершилась, я доволен. Ну, там был, конечно, слив вообще ни о чем. Просто на пустом месте. Трындец, вот джены теперь пошли. Теперь пошли вот джены здесь. Так, ну что, выпускаем богиню, да? Успеем выпустить-то ее? Ой, богиню, ё-моё. Рыцарь-маг. Сейчас Ронин как звезданет ему. Тих, пол хп просто вырубает, ребят. Ну я тебя сейчас попшикаю здесь. Пшикает он мне. Давай, 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 давай. Ни малейшего шанса здесь на победу им. Правильно, вот так вот. Фьюх. Ну и здесь тоже победа у нас была очередная. Последний этап. Там у нас бог ветра.
Но ему, я так понимаю, не суждено здесь появиться, да? Он не успеет элементарно, хотя... Это не точно. Это повезло, что Ронин просто здесь вышел, ребята, без истерики. Так бы я не знаю, что мне надо было тут делать. Как бы я успел бы вообще бомбануть-то? Ну... О, видишь, что творит? Моего Ронина снес. Хорош там уже выпендриваться-то. Зашибись. Просто зашибись. Хыть-хыть. На, хыть-хыть. В луже в кислоте погиб. Хыть-хыть. Бог ветра. Уже? Чего? Ронин, а ты не борзел ли, а? Так, ребят, пора врубать. Хыкнешь в другом месте, понял? Хыть-хыть. Давай, чумнуха, вали его. Нормально, все. Так, опять этот тигр. Тебе не кажется, что он зачастил, этот тигр, с выпуском своей души? Ты заколебал, а? Все. Все, ребята, разбомбили. Как-то напряжно, если честно, было. Но мы с тобой забираем подарочек от Нефритовой империи. Угу. И переходим в долину подданных. Переключаемся с тобой вот на этот отряд. А что тут? Нормально, ребят, тут у нас молотильщик. Тут у нас щитобот. Все как по маслу. Естественно, щитобот выходит первым. А мы так, в таком случае мы вообще можем взять... Нет, надо все-таки так делать. И вот так вот мы сделаем. Пока они будут разбирать моего щитобота, мы с тобой будем разбирать их. Вот так вот. Жик, еще и пила. Вдобавок вылетела. До свидания. Такс, пропил. И еще одну вызовем с тобой, молотильщика. Ну а дальше разбираем просто базу ему. Ну вот, друзья мои, как-то так. Как-то так у нас получается. Ровненько, без изъянов. Переходим на второй поединок. Смотрим. А, тут закончилось, да, у нас все. Ну, у нас есть вот такой отряд. Тоже есть фехтовальщик свой собственный, да. Плюс джаггернаут. Ага, ага, вышел. Успеем джаггера вызвать? Успеем. А сверху к джаггернауту мы присобачим с тобой нашего фехтовальщика, который, естественно, будет дамажить. А еще сверху мы с тобой возьмем. Нет, не возьмем пока, не хватает. Копейщик падает от одного, ребята, удара джаггернаута. Мы так вот еще сделаем с тобой. Хоп. И все. Вот. А дальше у них тут вообще вариантов не будет. Фехтовальщик сразу отдупляется. Копейщик тоже падает. Все. Без каких-либо заморочек. Так, двигаемся на третий этап. На третьем этапе. Ну, тут прибавляется лучница. Лучница, ну да, в принципе, со своим поджогом. Плюс она может грифу спокойно зафармить. Ой, зафармить, законтрить. Издалека причем, ребят, издалека бомбит она. Ну, у нас тоже есть ответка. Так, опять эти супостаты идут. Давай, фехтовальщик, уходи. А будешь прикрывать. Ага, ага, вышло, вышло. Сейчас мы ее забомбим. А мы вот так сделаем с тобой. Так даже эффективнее будет. И еще одного джаггернаута чисто для прикрытия наших позиций.
На тебе. Джаггернаут и фехтовальщик, потому что Джаггер, ребята, прикрывает чисто своим физ-телом, да? А фехтовальщик в этот момент просто бомбит, нанося офигенный урон. То есть, как бы двойная выгода у нас получается здесь. Плюс вот так вот клетку с тобой вызываем. И все. И победа. Продолжаем разговор. Так, что у нас там? Третий поединок. А, четвертый уже. Уже четвертый поединок. Но здесь, друзья, бродяга появляется. Так, против бродяги ты что делать-то? Ну, этот отряд я не знаю. Фехтовальщики, если только... Не знаю, не уверен я, что он здесь нам поможет. А выбора особого нету, да? Блин, вот он вышел. Нам нужен Джаггернаут. Он только может здесь нам помочь. Так, дальше вызываем фехтовальщика. Так, и не забываем, что опять выйдет бродяга в любую секунду. Блин, неужели попадет? Нет, не попадет. Отлично. Да выруби ты. Угу. А вот здесь хорошо получилось. Мы заморозили с тобой этого бродягу. И гриф в этот момент подоспел, короче, своим звуком, криком уничтожил его. Было классно. А вот тут уже смерть, к сожалению. Хотя, да, все-таки смерть. Не успел я нашу баллисту прикрыть. А что-то так долго они тут втроем, плюс фехтовальщик. Что-то они уже долго слишком бомбили по базе, я тебе скажу. И последний этап здесь. Ну, тут король против короля. Возьмем с тобой топовый отряд наш, который знает толк в быстром уничтожении. Что боссов, что там чего-либо. Тут очень много зависит, ребята, от ульты базы. Тут очень хорошая ульта на этой базе, на этом шаре смерти. Ну и чего вы тут такие довольные вышли вдвоем? Ха-ха. Ладно. Погнали. Вдвоем-то, а? Мечник плюс лучник. Минус мечник и минус лучник сразу же. И еще вот так вот сделаем. Жит. 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 Вот и все. А дальше Руни начинает наяривать. Красота? Ну, конечно, красота, ребят. Просто замок захлебнулся в этой зеленой кислоте, которую выпустил наш чумной. Мышь. Ну что, берем с тобой награду. Давай, давай, давай. Не жмись. Король, башня, деньги. Так, и фабрика роботов. Бомбер опять этот злосчастный тут, а? Бомбер и толкатель собственной персоны. Ну, если мы еще как-то можем с тобой с бомбером можем избежать, да? А вот с толкателем... На одного Джаггернаута здесь рассчитывать, ну, как-то глупо, мне кажется. А выбора все равно нету, ребят. Фехтовальщика еще позовем, чтобы как можно быстрее... Да. Ну? А что это он завис-то? А, баллиста попала, понял. Да хорош там уже выпендриваться. Ай-яй-яй, баллисту жалко. Прям перед носом снаряды летят. Найс? Конечно, найс. Просто растрепали ему весь отряд на изи. Так, ну что, переходим на второй этап. Здесь то же самое, ребят. То же самое, плюс прибавляется репульсор. Квест тактик завершен. Естественно, он начинает всегда с этого, с бомбера своего. С бесявого. А мы начнем с Джаггернаута. Хотя на самом деле Джаггернаут мог бы его подбивать своими этими клешнями, когда крутит. По идее, да? Там ничего сложного нету. Бомби себе да бомби. Так, по-моему, под ним клетка плачет, тебе не кажется?
По всем причем. Вот и все. Пускай сидят и думают. Так, мы с тобой карточку на бомбера заберем. Ну, тут вообще тотал. Тотал уничтожение. Проще пареной репы. Проще пареной репы. Уничтожили, да? Они другого не заслужили. Так, а у нас с тобой, блин, вот то, что энергии нет вообще. У нас последние две энергии вот здесь осталось. Блин, ну придется тратить. А что же делать? Я вообще-то думал, что мы с тобой успеем пройти весь этот эпизод. Но видишь, что-то как-то... Стоп, 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 Ронин. Ясен перец, ты побежди, победишь. Здесь тоже давай, наказывай. Вот так вот Ронин, ребята, в одно жало уничтожает всех почти. Бежит, 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 бежит. Просто толкателя вырубил и все, ребят. И базу они, конечно, тут бомбят вообще капитально. Так, у нас тут еще квест завершен. Одержите победу в битвах на 15 аренах. На 15 аренах. Легко вам сказать. Слушай, неужели вообще нет у нас с тобой нигде энергии? Прям вот... Ни грамульки нету, ребята. Прям вот ни грамульки, прикинь. Ну что ж, придется тогда отыгрывать последнюю нашу энергию здесь. В следующей серии уже допройдем, так сказать. А там, это, наверное, последний у нас, да? Последний эпизод, и там бы уже был бы новый телепорт. Скорее всего, так. Ну, посмотрим, что вот тут у нас получится. Ронин. Ну, ё-моё, ну, Ронин, ну... Ронин, ну как всегда. Ты как всегда ничего толкового не успел сделать. Не хочет он шуршать тапками. Все, он сегодня на расслабоне, ребята, у нас получается. На полном причем. Ну, базе в любом случае крышка. Все. Все, все, великолепно, ребята, отыграли. Точно нету энергии? Нету. Дай-ка я Укуня прокачаю. Ну что, 89 уровень, почти соточку он получает у нас. Скоро, ну, в следующей, наверное, серии мы его докачаем до сотки. А, так, я хотел глянуть, сколько там еще до телеп... Да, нам не хватило буквально одного поединка, ребят. К сожалению. Ну, нет энергии, я ничего не делать здесь не могу. Так что на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.